Всем привет, друзья! Хорошие новости! Казахстанские телеканалы договорились о показе боя Головкин и Альварес. Долгожданный матч-реванш ждут миллионы поклонников бокса, любителей, профессионалов. Наша казахстанская сторона смогла договориться о трансляции, и это очень хорошо. Ведь теперь не придется искать по интернету онлайн-трансляцию, а можно будет просто включить телевизор и посмотреть поединок. Телеканалы «Казахстан» и «Казспорт» в прямом эфире покажут второй бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. Об этом в своем фейсбуке написал председатель правления АО РТРК «Казахстан» Ерлан Карин, сообщает СИА «Спорт Информ». Вот что он пишет. «Хочу вас в этот праздничный день порадовать одной хорошей новостью. После нескольких недель переговоров, буквально сегодня ночью, в связи с большой разницей во времени, мы смогли успешно завершить переговоры с нашими американскими партнерами. Нам удалось договориться о трансляции очередного поединка Головкина. Таким образом, 16 сентября телеканалы «Казахстан» и «Казспорт» в прямом эфире покажут долгожданный поединок Геннадия Головкина с Саулем Альваресом. Будьте с нами и следите за нашими новостями. Напомним, реванш Головкина-Альварес состоится 15 сентября. На арене Тимабе в Лас-Вегасе. Казахстанская сторона, то есть мы с вами, скорее всего, сможем увидеть этот поединок лишь утром 16 сентября. Точное время пока уточняется, но мы будем держать вас в курсе. За день или, может быть, несколько дней до реванша мы также выпустим видеоролик, в котором будет вся информация по трансляции онлайн. В комментариях можете присылать свои варианты, свои ссылки, где можно будет смотреть эту трансляцию. Многие из вас будут смотреть прямой эфир с помощью интернета. А пока мы предлагаем вам в комментариях написать свое мнение по поводу предстоящего реванша. Чего вы ждете от него? Какой исход поединка, по вашему мнению? Кто победит в этом бою, Головкин или Альварес? А у нас пока на этом все. Всем всего доброго. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик. Тогда вам будут приходить уведомления о последних добавленных видео. Всем пока.